Я родился в 1968 году в селе Егиндыбулак. Это самое дальнее село, которое находится от Караганды. Но от моего села до бывшего Семипалатинского полигона буквально там 100 километров, если по степи. Вот. Мои родители, они обычные люди. Мой отец всю жизнь был водителем, и он часто ездил в командировки и часто бывал даже на заезжал на территорию этого Семипалатинского полигона. Моя мама тоже была живым очевидцем этих испытаний. В 2013 году открылся проект «Атом», который был создан по инициативе нашего президента, куда меня пригласили участвовать в этом проекте. Вот. И мои работы, да, у меня были выставки и за рубежом, у меня были выставки в Америке, в Германии, в Турции. Я два раза был даже в Японии, в Хиросиме, Нагасаки. Я встречался с японскими жертвами. Я думаю, что наследие вот сейчас, в данный момент, мы должны и передавать это с поколения в поколение. То, что у нас есть, нет будущего без прошлого, я думаю. И то, что мы сделаем, это будет и переходить с поколения в поколение. Какое наследие мы оставим после себя будущему поколению? Ведь я считаю, что в течение 25 лет мы добились очень многого. И мы можем гордиться нашими успехами. Я всегда говорю, что я горжусь тем, что я живу в стране, которая одна из первых отказалась от ядерного оружия. И то, что мы сейчас можем жить и не бояться за здоровье наших детей, я думаю, что это тоже наследие.